Агрофирма Сидек представляет свеклу столовую двухсеменная ТСХА. Это среднеспелый сорт, 110-120 дней вегетационного периода, дает корнеплоды массой 200-400 грамм, с мякотью интенсивно красной, нежной и сочной. Вкусовые качества отличные. Ценность сорта в высокой урожайности, корнеплоды не перерастают, отличаются товарным качеством и хорошей лёшикоспособностью в период зимнего хранения. Номер партии 0182, количество семян 3 грамма. Три грамма ровно на весах.